плющ, вот в отсутствие плюща, сейчас легче или сложнее Артуру будет? Не то, что будет готовиться, находиться здесь на чемпионате мира, учитывая, что он уже имеет опыт выступления с плющом. Мне трудно сказать, это уже как по внутреннему настрою он будет себя чувствовать. Но он лидер сборной, может быть, ему это придаст дополнительные силы. 18 лет всего лишь Артуру Гачинскому. В прошлом сезоне на чемпионате мира он был бронзовым призером. Это стало неожиданностью для многих, но большой радостью для поклонников фигурного катания в России. Очень обидный срыв.